Привет! Вы на канале Орин Мама Влог. Почему мой канал так называется? Сейчас я вам расскажу. Орин, я живу в городе Оренбурге. Мы с семьей живем в городе Оренбурге. Мама, я мама двоих детей. Влог, веду канал о своей жизни. Меня зовут Валентина, мне 32 года. У меня была мечта начать вести свой канал на YouTube, и моя мечта осуществилась в октябре 2018 года. За это я очень благодарна своему супругу. Он меня очень сильно в этом поддержал. Моего супруга зовут Игорь. У нас двое деток. Сынок Тимофей, ему 10 лет, дочка Варвара, ей 2 года и 9 месяцев. С нами живут две собачки породы той-терьер. Собачка Боня и ее сынок Кузя. И кот по кличке Мавр. Со слов моих детей, я добрая. Люблю чистоту и порядок. Очень люблю детей. Возможно, в будущем мы с Игорьком решимся на третьего ребеночка. Люблю свою квартиру, хоть она и очень маленькой площадью, но в будущем хотелось бы со своей семьей жить в доме. Когда Тимофею было 2 года, я делала пирсинг пупка. Забеременев Варварой, от пирсинга отказалась. Теперь думаю сделать пирсинг еще раз. Есть водительские права, но автомобилем управляю очень редко. К алкоголю и курению отношусь отрицательно. Сама не выпиваю, но когда компания какая-то собирается, если употребляют алкоголь, ничего против не имею. Ну вот и все. Коротко о главном. Кто подписан на мой канал, ставьте пальчики вверх. А кто на моем канале впервые, подписывайтесь. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока!